Папа Франциско из Аргентины, папа! 25 июня на главной площади столицы Армении прошла экуменическая церемония с участием католикосов всех армян Горегина II и Папы Римского Франциска. Главы двух церквей вместе молились о мире. На сегодняшний день существует как минимум три толкования термина «экуменизм». Это, во-первых, общение христианских конфессий, вопреки догматическим различиям между ними. Во-вторых, движение с целью объединения различных христианских конфессий. И в-третьих, учение о возможном объединении всех религий. Экуменическая церемония собрала порядка 60 тысяч человек. И поскольку все эти люди так или иначе оказались на экуменической церемонии, Кавказский узел решил узнать, как понимают экуменизм те, кто пришел в этот вечер на площадь. Самое возвышенное – это духовная божественность, которая дает единение, согласие, мир и чувства, необходимые каждому человеку. Неспроста здесь собралось столько людей. Веру нельзя внести раскол. Единение церквей, которые возникли после Христа, приветствуется. В конце концов, противоречие внес не Бог, а люди. Поэтому их необходимо преодолеть. Мы считаемся одной из ветвей христианства и не должны отделять себя от мирового христианства. Но при этом мы обязаны сохранить свою идентичность. Не обязательно слияние церквей, но христиане должны держаться вместе, особенно перед угрозой исламизма, который с каждым днем становится все сильнее. Если народы христианские, а мы все дети Божьи, возносим молитвы Иисусу Христу и Богородице, то должны объединиться. Мы все люди мира, и неважно, католик ты или армянин. Это знак, что мы должны пробудиться и придерживаться духовных ценностей. Армянская апостольская церковь признана в мире, и нет необходимости, чтобы она менялась. Мы ничего не потеряем, если будем сближаться с другими христианскими конфессиями. Экуменическое движение – это диалог между церквями с целью положить конец разобщенности. Однако различия никогда не исчезнут. Разные люди и церкви имеют свою самобытность и наследие, но различия не мешают христианам выступать единым фронтом против всех посягательств на веру Христову. В своем письме об экуменизме протоиерей Александр Мень так выразил свое отношение к этому межконфессиональному движению. «Завет Господа да будет единое стадо, цель современного христианства. Но как этому содействовать? Прежде всего, преодолением вражды, желанием понять других при сохранении верности своей традиции. Этому посвящены все формы экуменической работы и служения в мире и у нас в стране. Христиане делают упор на том, что сближает, а не на том, что разделяет».